оператор, включай дозаторы. Первый щебень пошел. Асфальтобетонный завод в поселке Юбилейном – один из самых современных в регионе. План на сезон – выпустить более 240 тысяч тонн смеси для дорожного покрытия. Материала хватает, завоз идет непрерывно, постоянно материалы подвозятся. На площадке, как видите, все забито материалом. Для разных типов покрытия своя рецептура. Производство ориентировано на запросы курских дорожников. Степень готовности предприятия к сезону оценил министр транспорта и автомобильных дорог региона Александр Замараев. Одной контроль материалов как осуществляется? Каждая машина, которая приезжает, лаборатория берет пробу, несет в лабораторию, дает свое заключение. Если что, мы звоним заказчику и... Поставщику? Да. Звоним поставщику и делаем свои претензии, они исправляют ситуацию. И часто? Нет. Нет? Не часто. Материал привозится, но раз в месяц бывает, какая-то машина придет немножечко некачественная, мы ее отправляем назад, нам взамен привозят более качественный материал. Смесь варится при температуре до 200 градусов. Процесс контролирует и программа, и оператор. Тщательный контроль проходит и образцы уже готовой смеси. Сюда закладывается асфальт, и прибор его испытывает. На дисплее сразу выдает его характеристики. Готовить асфальтобетонные смеси завод будет для 9 районов и областного центра. Курске в этом году отремонтируют 42 километра дорог. По нацпроекту обновят также бортовой камень, люки, съезды и тротуары. На этот год планируется провести большую работу. Это по программе безопасной качественной дороги порядка 6 улиц у нас. Это такие большие улицы, как 50 лет Октября. Проезд от улицы проспекта Победы до проспекта Дереглазова – это критический объект, который будем делать в первую очередь. В процессе дорожники будут использовать и новую технику – катки и асфальтоукладчики. Екатерина Комарская, Геннадий Воробьев. События дня.